твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Вот хочется сказать, меня сейчас поймут вот музыканты, авторы там стихов, песен и так далее, что, ну, бывает такое, в творчестве происходит такой коллапс, когда, ну, ничего не хочется делать. Вот, и даже если хочется, не получается. Просто какая-то такая тишина и все творческое. И вдруг что-то такое происходит в жизни, что заставляет тебя вот как-то встрепенуться или не что-то, а появляется кто-то, для которого ты начинаешь творить. Вот эта песня, собственно, так и появилась. Вот мы сегодня споем дуэт. Песню, это вообще премьера, нигде она еще никогда не звучала. Она сейчас будет звучать первый раз. Называется она «Люби меня». Спасибо.